Всем привет! Вы на канале Конфетти! Пеппа и Джордж, знаете, что я построил? Я построил нам новый дом. Хотите посмотреть? Отлично, сейчас я его принесу. А вот и наш новый домик свинки Пеппы. Можно открывать? Конечно, давай посмотрим, что там. Открывай, Аня, домик. Давай я тебе помогу его достать. Давай. Вот какой у нас домик. Подожди-ка. Ой, какой красивый дом. Ну-ка, давай посмотрим. Смотри, дверь. Давай посмотрим. Дверь. Дверь. Это вход. Это фасад, наверное, да? Вот такой у нас домик свинки Пеппы. Как же он открывается, Анит? За ключик. Ну-ка, давай, покажи, как нам его открыть. Повернула, да? Открывай. Ух ты! И что же там у нас внутри? Как он полностью открывается? Полностью? Сейчас мы откроем. Сейчас посмотрим. Да! Ой, какой у нас волшебный дом. Так можно сделать? Да. Чтобы удобнее играть, можно сделать даже так. Мне кажется, нам здесь еще не хватает лестницы. Так, это вот так делать, да? Давай поставим лестницу. Вот наша лестница. Смотри, у нас есть диван и кресло. В какую комнату это лучше поставить? Сюда, может быть. Это будет гостиная, да? Ставь скорей. Это диванчик. Кресло. Мне кажется, чего-то в гостиной не хватает. Может, телевизора? Точно! Нам не хватает телевизора. Нет. Ставь скорей куда-нибудь его. Отлично. Папа Свин будет доволен, да? Еще у нас в наборе была вот такая милая ванная. Куда мы ее поставим? Сюда. Это ванная комната, да? Смотри, здесь еще есть, да, раковина с уточкой и унитазик. Очень миленький и хороший. А куда же нам поставить вот такую кровать? Вот сюда. В детскую комнату, думаешь? Давай поставим в детскую. Это детская комната. Тут даже есть картинки на стене, да? Шторки. И на полу железная дорога есть, да? А на кровати, на подушке, Пеппа забыла своего медвежонка. Тедди, да? Смотри, Анюта, в наборе еще был вот такой стол и стульчики. Куда бы нам их поставить? В кухню? Да, на кухню, да, поставим? Ну, давай, расставляй на кухню. Отлично! А еще на кухне есть холодильник, на котором висят буковки. Видим какие-то магнитики. У мамы свинки есть стиральная машина, печь, раковина. Замечательная кухня, да? А еще мы забыли. Смотри, какую я лесенку нашла. Где бы она могла стоять? Может, возле кроватки, вот тут? Да, это, скорее всего, от детской кроватки. Я потом. Вот тут. Вот здесь есть специальное место, да, для лесенки? Давай-ка сейчас вот так ставим. Вот как это. Замечательно. Ой, какой замечательный домик. Как мне нравится. Анюта, смотри, сколько здесь всего интересного. Но мне кажется, все-таки, Аня, чего-то здесь не хватает. Ой, ты пришел же? Конечно, нам не хватает жильцов. Джордж. И Пеппа, они будут жить в нашем домике? Угу. Вот какие у нас жильцы. Ну давай, что мы будем делать? Они пойдут кушать или сразу спать? Ой,
Пеппа решила посмотреть телевизор. А что же решил сделать Джордж? Джордж решил отдохнуть, да, поспать. Аня-то, мне кажется, наши детки уже проснулись. Как думаешь, что они хотят сделать? Пеппа пошла принимать ванну. А Джордж? Джордж, наверное, сразу побежит кушать. А Джордж решил позавтракать, да? Ой, как удобно они сидят. Такие специально удобные для них стульчики. Почему? А Пеппа у нас моется в ванне. Ей, наверное, очень нравится, да? Ой, какой домик хороший. Как думаешь, Пеппе с Джорджем он нравится? Думаю, что да. А тебе? Да. Тебе тоже нравится домик? Супер. Ну что, Пеппа и Джордж, вам понравился домик? Да. Анюта, а тебе? Тоже понравился? Классный домик, да? Ну что, давай прощаться с ребятами. Ребята, если вам понравилось наше видео и наш домик, да, ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока! До новых встреч! Пока-пока!